В Екатеринбурге в минувшие выходные повара пустились в пляс. Так они отметили премьеру нового сезона телесериала «Кухня». Присоединиться мог любой желающий. Ну и в результате более сотни поклонников самой вкусной комедии собрались на танцевальный флешмоб или фуршет. Такой комплимент от новоиспеченных поваров привел горожан в настоящий восторг. Но шоу подачи блюда, как водится, предшествовала долгая подготовка. Участники флешмоба разучивали простые движения дома перед компьютером. Обучающий ролик с танцем разместили на сайте телеканала. Акцию поддержали как любители, так и профессиональные танцоры. Например, солисты балета «Тодес» студии «Иролаш» Уральского центра современного танца и шоу-балета «Феномен А». Эффект неожиданности в жанре флешмоба обязательно. Обязательное условие. В одном из торговых центров города участники собрались под видом обычных покупателей и один за другим стали подключаться к танцу, когда зазвучала музыка. До тех пор, пока площадка не превратилась в огромный танцпол. Таким же захватывающим и неожиданным будет и новый сезон «Кухни». Зрителей ждет множество сюрпризов. Создатели сериала постарались на славу. В сериале есть все. И отличный сюжет, и замечательный актер, ну и, конечно же, фишка сериала – вкусный и изысканный юмор. В сериале отжигают все, начиная с шеф-повара до посетителей ресторана.